Я вам покажу интересные книжечки-картонки для малышей про машины. Эта книжка называется «Азбука». Она увлекательна тем, что она из серии про тачки. И тут, кроме названий, связанных с машинками, есть интересные буквочки, да, которые ребеночек может выучить. Кроме буквочек, тут еще, видите, разные формы, разные цвета. Это тоже привлекает внимание. Ну вот, например, на «н» – насос, да, на «п» – пожарная машина. И ребенок может не только выучить названия, связанных с машинками, но и буквочки. Это очень удобно. Вот такая книжечка. Угу. Еще есть интересная книжечка «Важные машины». Машины, которые служат человеку. Пожарная машинка, да. Что есть у этих машинок внутри, как они выглядят, для чего их используют, в каких ситуациях. Машина скорой помощи, машина службы спасения, аварийная машина. Вот. Мне кажется, всем мальчикам будет очень интересно полистать, ну и девочкам тоже, такие книжечки. Эта книжечка «Дорожные знаки». Тут рассказывается о поведении на дороге, о поведении между машинками, о том, как читаются эти знаки и что они означают. Вот, например, на дороге с этим знаком все автомобили двигаются в одном направлении. Посмотри, молния Маквин, кажется, не знает этого знака. Привлекает внимание то, что рассказ идет от лица героев мультфильма «Тачки», да? Кстати, эти книги очень будут хороши и для первого чтения. Здесь достаточно крупный шрифт, и сделаны они из очень прочного картона. Угу. Вот. И недавно мы получили еще такую серию «Дошкольное обучение. Первые уроки». Тут есть такие стишки про транспорт. Я вам немножко зачитаю некоторые. Шелестят шершаво шины, обгоняю я машины, но кричит мне постовой, не гони по мостовой. Пассажиров поезд возит, и игрушки перевозит, кукол, зайчиков и мышек, и хозяев их, детишек. Подъехал автобус под номером ГАВ, водитель кричит пассажирам, гав-гав, в салон проходите, козвери, опасно стоять вам у двери. Ну вот такие интересные стишки, очень милые иллюстрации. И в конце тут есть игра, где ребенок может вставить в рифму словечко. Например, если очень вы спешите, время дорого не ждет. Вы по воздуху летите, вас доставит